Он 5 раз обогнул земной шар, 17 раз пересек Атлантику, покорил 7 вершин планеты и первым в мире достиг 5 полюсов. Он известен как самый именитый путешественник современности. Чем еще может поразить человек, которому принадлежит столько невероятных открытий и которому удивлять не привыкать? На выставке работ Федора Конюхова, которая открылась в Кировске, побывала моя коллега Надежда Фролова и открыла для себя удивительного художника и писателя. Его картины, как он сам, не могут удержаться в привычных рамках. Хоть крошечная деталь, но старается попасть в реальный мир. В Кировске открылась выставка картин Федора Конюхова. Сегодня мы открываем потрясающую новую выставку Федора Филипповича Конюхова «Мой путь». Работы Федора Филипповича приезжают к нам в Кировск уже 2-й раз. В этот раз у нас много новых произведений и даже совершенно новых, написанных буквально в прошлом году. Для того, чтобы показать те работы, которые не вошли, к сожалению, нам нужно построить еще одно здание. Потому что его работы некоторые настолько огромные и монументальные, что они даже не проходят дверной проем. Федор Конюхов создал более 3000 работ. И каждая вызывает эмоции. Одни на полотнах узнают себя, другие в образах красного лыжника или, например, Чингисхана увидят самого путешественника. Но и первые, и вторые отметят одну интересную деталь – гипертрофированные ладони, которые изображены практически на всех картинах. Это руки человека, 5 раз обогнувшего земной шар. О Конюхове я слышала, а на днях тут я, ну буквально сегодня, я решила все-таки копнуть. Ну и меня это удивило. Сразу хочется куда-то ехать. Да. Он очень вдохновляет, да, конечно, этот человек. Посетить, увидеть, попробовать тоже сразу писать. Мне, например, глядя на все это, хочется познакомиться, думаю, поговорить с ним. Наверное, вот так, интересно. Да, потому что наверняка он очень глубокий. И это все так не просто, не ради там того, что «О, я тут был, да, я тут был, сфотографировался, да, где-то пожил в отеле». Сам человек все прошел, да, через свое сердце провел, даже путь духовный. Помимо картин, Федор Конюхов пишет еще и книги. Рядом с каждой работой, представленной в экспозиции, расположена цитата из его произведений. И это продолжение разговора. Что-то очень сокровенное, чем мастер готов поделиться. На картинах не только моря и океаны, которые он покорил, но и образы близких людей – мамы, супруги Ирины. Федор Конюхов – это вообще, наверное, один из кумиров, наверное, моих. И все мы хотим путешествовать подальше и побольше. Вот. И очень интересно, очень животрепещущие, очень затронуты темы такие интересные, родных и близких, и ожидания. Я, честно говоря, поражена. Я не ожидала, что такие интересные картины будут представлены на этой выставке. В общем-то, такие интересные картины принадлежат Федору Конюхову. Так что спасибо большое Кировску за предоставленную возможность ознакомиться. Увидеть уникальную экспозицию, прикоснуться к творчеству выдающегося путешественника и удивительного человека у кировчан и гостей города есть возможность до 13 апреля. Вход в музейно-выставочный центр «Апатит», где еще целый месяц будет работать выставка Федора Конюхова, свободный.